небесном королевстве жили-были король и его дочь принцесса. Закутались мы в город и в честь. Вот решила принцесса выйти замуж. А я не замужняя, кому-то очень нужно, а где это кому-то не видно почему-то. И понаехали женихи со всех уголков света. Вот, вот, вот мы приехали. Первый жених. Между нами тает лёд, стихами снегом небо, будто мокнем под дождём, и сегодня мы как вдвоём. Третий жених! Надо ли, уколи моя печаль, надо ли, надо ли. Четвёртый жених! Здесь тренируются чемпионы, не носящие. Седьмой жених! Я сошла с ума, мне нужна она. Я сошла с ума, мне нужна она. Ча-ча-ча. Восьмой жених! Заключительный. Раздался гром, засверкали молнии, и во дворце появился ужасный дракон. И сказал тогда король: кто освободит принцессу, тот станет ее мужем, когда король сдохнет. И был бой, и никого не было. А тем временем в ужасной пещере дракона. Не ешь меня, дракон, отпусти. Да я тебя и не держу. Да коль найдется какой, который придет в течение 24 часов и освободит тебя, да скатертью тебе дорога. А нет, будешь, значит, моей женой. Время пошло, засекаю. Скучно мне, давай поиграем. А во что играть-то будем? Давай поиграем в игру «Дракон и принцесса». Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля уже. Прошло 23 часа. Ля-ля-ля. Принцесса, а в чем смысл игры-то? Да я и сама не знаю. Чира! Самурай! Самурай! Самураюшка! Забери меня домой! Я твоя навеки! Чира!
же я? Неужели я останусь совсем один? Я так не играю. Я вас уже полюбил. Самурай, третьим будешь? Кия! Кия! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Кия! Кия! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Вот так и появилась всем известная игра «Самурай, принцесса и дракон».